Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Poco X3 GT. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить резервное копирование Google. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «О телефоне». И здесь мы выбираем «Резервирование и восстановление». Далее проходим вниз, у нас здесь есть блок резервирования Google. Нажимаем резервирование данных, у нас здесь уже включено резервное копирование, но все, что вам нужно сделать, если у вас оно отключено, поставить здесь галочку, либо убрать, если вы не хотите делать резервные копии. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.